озимая пшеница. Здесь у нас есть и сроки, и норма. Первая норма — это 2 миллиона. Посев вот так выглядит. Срок у нас получается здесь в пределах, ну, 9 сентября. 3 миллиона. 4. 5. 6 миллионов. Посев выглядит густо. 6 миллионов. Следующий срок у нас уже был. Это где-то 20 сентября. Вот 2 миллиона. Ну, так по распределению неплохое идет распределение. Кустица, ну, такого явного кущения я не вижу. Но пшеница кустица. Где-то 2 стебля уже намечается. 2, 3 миллиона. 4, 5, 6 миллионов. Следующий срок, это у нас уже где-то 30 сентября. 2 миллиона. Кущения здесь нет, 2 листа. 3. 4, 5, 6 миллионов. Так что вот так выглядит озимые с различными нормами сева и сроками сева. В пределах там одного сорта, одного предшественника.